Алло. Док, это Чеф. Челиос воскрес. Да ты смеешься? Не, блин, не до шуток, док. Пидоры из Триад вырезали мне нахер сердце и вставили какую-то искусственную херню. Тебе поставили искусственное сердце? Если у тебя искусственное сердце, то времени в обрез. Оно работает всего пару дней. Ни в коем случае не напрягайся. Да, конечно, какие разговоры. А дальше что будет? Надо вставить настоящее сердце. Батарейка там какая-нибудь на поясе есть? Есть. Сколько лампочек горит? Одна. Блин, ну это лучше, чем ни одной. Хрен просышь, док. Чтобы эта херня продолжала биться, надо поддерживать электрический заряд на теле. Вас понял. Да ну нахер, Путу. Давай гоняться, Эссе. Не искушай меня, урод. Скажи лучше, куда ехать и кати дальше.